поздравляю. Ох, спасибо, Франческа. Сегодня 30 декабря, напоминаю вам. И мы уже просто всеми силенушками своими требуем, не просто просим, а требуем. Проведите новогоднюю ночь вместе с областным телевидением. Сразу после боя курантов для вас споют все. Политики, спортсмены, журналисты и ведущие областного телевидения. И даже директор Екатеринбургского цирка. Любимые мелодии, неожиданные дуэты, сюрпризы и море веселья в праздничной программе «Рояль в кустах». Встречайте Новый год вместе с ОТВ. И прямо сейчас рад представить вам в гостях у нас участница программы «Рояль в кустах» Анастасия Бакова. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте, утро, Анастасия. Скажите, как вам понравилось вместе творить с Виталием Краевым, нашим коллегой? Мне очень понравилось. Я вообще первый раз что-то подобное делала, и атмосфера у вас замечательная была. И здорово, спасибо, что позвали. Если меня еще позовут, я буду очень рада. Спелись. Давайте сейчас нашим зрителям покажем фрагмент из записи этой новогодней программы, ну, чтобы давайте было понятно, о чем идет речь. Смотришь мне в глаза, сколько можно лгать, проще самому сказать об этом, что любовь была перестрелкой душ. Мне стало скучно, я тебе не верю. Ты сон вчерашний, который мне пророчит слезы, я тебе не верю. И снег зимы прошедшим давно растаял, я тебе не верю. Один из самых красивых номеров, мне кажется, был. А потому что профессионалы, да. Мне кажется, очень круто, что у вас живой звук. Да. И что, возможно, есть, конечно, там какие-то неровности. Есть они. Но здорово, что все это очень естественно, натурально. И получилось все. Вообще, ну, да, давно поете? Вот если этот прошлый год вспоминать, конкурсы какие-то? Давно. Участие. Конечно, вот у меня недавно в театре был конкурс, который успешно для меня прошел. Можно поподробней? Да, мне дали, мне и моему партнеру дали премию за лучший дуэт. Я готовилась вообще в режиме 3 недель к конкурсу. Он большой, практически международный там. А, все получилось. Ну так, что как за театр, было. Что за дуэт, театр, что за партнер? Оперетты. Дуэт из «Марицы». Партнер прекрасный, мой любимый однокурсник, очень талантливый мальчик, уже играет в этом театре. Все как-то тьфу-тьфу-тьфу, хорошо прошло. Ну, Анастасия, здесь должна быть шутка, не знаю, как у вас по отчеству. В этом году вы отметились не только как певица, а как политический общественный деятель. Скажите, можно ли это событие назвать главным в уходящем году для вас? Конечно, да. У меня просто вообще был очень непростой год, потому что я в этом году и закончила институт, и попала на стажировку в театр, и все вместе. У меня был какой-то очень насыщенный момент в моей жизни, но, безусловно, эти выборы, эта кампания, которую мы делали, она стала для меня просто колоссальным опытом, и я очень рада, что это было, и я этим горжусь. Для вас, как для актрисы, это был спектакль, который уже прошел и снят с репертуара, либо, возможно, какое-то возвращение когда-то в политику? Ну, я не буду зарекаться, и я думаю, что вполне возможно, еще чем-то вас удивлю. Посмотрим, но пока говорить о чем-то конкретном я не могу. А давайте пока петь. Удивите нас, пожалуйста, своим вокалом, если это возможно, конечно, если сделать. Если это, в принципе, в 9 возможно, утра. Да, в такое время сделать. Нет у меня накатанной никакой программы, даже ничего новогоднего вам вообще не смогу спеть, к сожалению. Поэтому спою то, что я поступала, пела эту песню и пою, сколько себя помню, я спою немножко из «Summertime». Я очень извиняюсь, если у меня будет хрипеть, все сипеть, потому что время очень раннее, правда. Я волнуюсь. Так, ну ладно, начнем. «Summertime, and the living is easy. Fish are jumping and the cotton is high. Oh, your daddy's rich and your mom is good looking. So hush, little baby, don't you cry.
Спасибо. Здорово, тут спасибо, надо заметить, огромное, что для Анастасии, да, по ее признанию, это был первый жизненный опыт вокала в 9 часов утра. Клянусь, это так и есть. Получилось замечательно. Ну и вы имеете сейчас возможность поздравить с наступающим праздником, Новым годом, да, ваших земляков. Я... Вам говорить или... И я могу и вас, и всем поздравить и сказать, что я уверена, что новый наступающий год, он будет еще более насыщенным, ярким, надеюсь, счастливым и удивительным. И я желаю всем и каждому наслаждаться каждым моментом. Ну, а мы желаем, чтобы в нашей программе и в следующем году были такие замечательные гости, как Анастасия Бакова. Прямо сейчас короткая реклама, затем вернемся в эту студию и подведем итоги итоговой программы.